сегодня мы демонстрируем нанесение материала мармарин, цвет ламантин, это серый цвет, у нас уже часть нанесена, фактуры, далее наносим слой, уже у нас немножко подсыхает. В некоторых местах мы можем рисунок сделать. Поверхность прогрунтована акриловым грунтом, кварцевым грунтом. Далее наносим материал. Здесь уже можем формировать немного рисунок. Там часть стены сделали, часть уже можно делать рисунок. Даже направленными движениями мы приглаживаем материал. Сейчас мы пройдемся материалом, чтобы не было перехода видно. Поднимаем материал валиком, получились у нас иголочки. Теперь мы можем прибавить материал. Мы часть нанесли раньше, часть соответственно позже в процессе нанесения стены. Теперь нужно будет нам это все заглаживать, делая крышку симпатичную. Теперь мы приглаживаем материал, он уже подсох, максимально ровная была поверхность у нас.